говори. Нет, говори. Не буду я говорить. Не буду? Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы. Знаете, что я хотела ее заставить сделать? Сказать эту фразу. Она говорит, я тебе что, говорит, клоун, что ли, говорить? Это что значит, что я клоуны? Вполне. Это твоя фраза, почему я это ей буду говорить? Ну, ты тоже хорошенькая. Куда мы сегодня едем? Давай пока, чистишь. Туда, у нас сегодня морозно. Туда. Мы все по магазинам, по ресторанам. Не, ну у нас мы редко выбираемся так именно, чтобы... Ну, да, здесь пришла с Окей. СМС-ка. СМС-ка. О том, что там, да. 25% насчет говядины. Ну, нам смотреть надо еще, какая говядина. Да, если что, пойдем на ярмарку. Ну, а что делать? Вот тут говядина у нас, кстати, на Спартановке в Радиже классная. Знаете, где именно в Радиже? Со стороны Николая Трада. Не со стороны, где находится, блин, библиотека, вот эта вся штука, не с Мясникова стороны, а с другой стороны, где Николая Трада. Там два Радижа, параллельно они расположены. Вот как раз-таки с другой стороны, там говядина идет. Ой, не помнишь, 315 рублей я брала? Лопатка, да. Говяжья. В общем, 315 рублей. Я взяла 2 килограмма, 100 грамм за 600, по-моему. 600 рублей, да. Так мы из нее и суп наварили, и так поели, и еще второе было. Ну, вы видели, мы с вами делали в семейной кухне второе. Так что вот такие дела. В Окей, мы хотели еще в Леруа, но я забыла блокнот. Блокнот с измерениями, нам нужна... Мы измеряли, записали мой блокнот. Я вышла и забыла блокнот. Вот, там, знаете, что мы хотим сделать в коридоре, в прихожей? Замест вот этой железной полки, которая у нас есть, ну, вот эта высокая, для обуви, мы хотим взять и сделать типа шкафчиков. Ну, как она называется правильно? Обувница, вроде бы, как в Леруа. Там мы высоту измерили, там очень классная обувница, мне на сайте Леруашки понравилась. Она высокая сильно, 1,90 м, ну, куда она у нас, получается, трубка от домофона полностью ее закроет, прям аж чуть ли не в потолок упрется. Ну, это я так утрированно говоря. Вот такие дела. Кстати, еще хотела что сказать по поводу того, что там слова-паразиты, которые у меня употребляются, это глянь, еще что-то, там, я не знаю, что еще там кого-то не устраивает. Я вам хочу сказать так, у меня речь разговорная, а не литературная. Я не диктор на телевидении. Я разговариваю так, как я хочу разговаривать. Чем больше меня тыкают, да, я понимаю какие-то такие грамотные замечания, тем хуже. Да, тем хуже я разговариваю. Я понимаю какие-то грамотные замечания, а-ля там, Ален, нужно говорить не за место, а вместо. Это, да, это грамотное замечание. Например, кремы, а не крема. Вот это грамотное замечание. Но когда по каждой фигне начинает меня тюкать, я просто иной раз, да, хуже разговариваю. Да, из-за этого, блин, проблемосы какие-то возникают у меня с речевым аппаратом. Я просто начинаю, если вести какое-то... Видео начинать, я имею в виду, разговаривать. Видео, во влоге. Ну вот уже, видите, начинается. Трансформейшн. Вот, из-за этого у меня получается потом заминки, запинки. И, в общем, мысль теряется. Поэтому можно строго контролировать, что это разговорная речь, есть литературная. И как бы... Я так разговариваю, я так никак не могу себя переменить и разговаривать как-то так по-грамотному. Я 100% уверена, те, кто люди, которые... делают замечания, они 100% сами не идеальны, поэтому я и говорю, знаете, так, шутку. И, думала, не откроется. Я говорю так, шутку, типа, ой, все такие лингвисты. Вот. Все такие лингвисты, 5-10, но он действительно так есть. 100% разговорной речи у всех она не идеальная, поэтому, девчонки, ну, не обижайтесь на меня, что я такая. Да, мама? Мама! У меня мамка тоже идеальная. У нас у всех такие словечки изо рта вылетают, что мы офигеваем. Поэтому как-то так и происходит. Ладно, все, поехали. Свинина 319. Вон она, мираторговская, что на нее только скидка. Иначе. Ну, колбаски, все понятно. Вот, вот сюда иди. Вот тут индейка, курица, субпродукты. И вот на говядине, смотри. 336 без кости, лопатка, котлетная часть 314, говядина тазобедренная 321, вырезка охлажденная 524. Все, вот вся скидка. Рапция, махеев, по 44 они? Ну это да, по карте, да? Да, клюква, да. Лесные ягоды, клубника, апельсин, смородина, черника, абрикос, лимон, имбирь, кстати, вкусный, вишневый вон есть тоже. И горошек, кстати, посмотри. Махаев.
я не знаю. Что ты? А? Что ты? Урина Уан, перфект фит. Брит. Нет. У нас шо только в таких местах. Шучу, а то сейчас и к этому придерутся. Люди любят. 254 рубля, смотри, пеленки 60 на 40. Все равно дороже получается, видите? Ну, тут 30 штук, а там 20, видишь, дороже. Слушай, а может потом ему вот эти брать? Я же тебе про это и говорю. Бля, какие, там упаковка прям вот такое. 254 рубля. Вот такие есть по 90. Кстати, вот это получится, если он маленькая пеленка уже. 60 на 60 ему уже ни к чему. Я так думаю. Сад 99. Смотри, алкоголь по скидке. Антарти. Да. Беллис 1200. Джек Дэниелс 1000. О, грибы почем? Груздья 89, да? А что говорят груздья, а тут опята. Неплохо, за 89 нормально. Может, да, взять? Он любит это все дело. Дальше что у нас тут еще по скидке? Фасоль, икра кабачковая. Дядя Ваня. Так. Печенье Орео в белом шоколаде. Ой, какая прелесть. В белом, в темном шоколаде. Шоколадка мелкая 259. Такая большая, красивая. Что? Черный жемчуг. Крем дневной, крем дневной, крем ночной. Опять крем дневной, ночной. Маска вот эта по 174. У нас была, по-моему. Да? Ну, которая с каолином. Да, это глина обычная. Для век у меня пока есть. Гарнир еще без скидки. А, ну вот Дав по скидке. Это единственный шампунь. И шампунь. Ну, как бы да. Так, Пантин Прови. Мицеллярный. Это что такое? Мицеллярный очищение. А, бальзам ополаски. Мне такой был, мне не понравился. Слабоватенький он. Так. Сьез пока по 163. Ой, 160. Ой, 139. 163. Что это я? Милента. Ничего такого прям, да? Чтобы взгляд был настроен. Да? А, ну вон скраб от набора Сибирики по 209. Окей. А, ну вот скраб увидела, да? Fresh juice. Вот такой скраб. Сахарный. Азиатская груша и папайя, и шоколад, и марципан. Ну, хорошечно. Пойдем дальше. Так. Маска для волос, Пантин питающая. Нет ее уже по скидке. Вот эти штуки от Фары. Крема оттеночные. Так. Ну, Велотон 129. Сия 149. Мусор 164. Ну, в принципе, ничего такого. Знаете, что я вам хочу сказать? Тут вообще ничего интересного такого. Ни рыбы, ни икры. Ничего такого. То, что нам нужно было. И нет. Поэтому понедельник тут делать, как и в субботу, воскресенье, нечего. Так, пока у меня есть свободное время, я вам сейчас покажу все то, что я забрала. Какие посылки мне пришли. Одну посылку мне курьер прямо на стоянку привез. Это, я вам говорила, с Шиина, в общем, с ДЭК возит мне мальчик-курьер. У него же мой номер есть, и у меня его номер. То есть мы с ним так вот контачим. То есть он мне в любое место может привезти мой заказ. Я заказывала себе, сейчас покажу. Я заказывала себе, девчонки, я заказала умные весы.
Вот такие умные весы. Марка у них называется Amaz Fit. Вот, вот такая марка. Сейчас мы попробуем их вскрыть. Я, по крайней мере, найду, чем вскрыть. Угу. Ну, конечно. Я нашла. Нёжик. Папа. Так. А вообще, на самом деле, я думала по поводу того, что я хочу. И решила, что мне нужно именно... Именно умные весы. Потому что у них идет и шагометр, и на смс-ке можно с помощью... Умные, господи, умные весы. Умные часы. Что я несу? Ой, девчонки, язык мой враг мой. Я не могу никак сосредоточиться на теме. Так, ну файлики мне это не надо. Так. Так, так, так. Открываем. Что мы видим? Долго открываем. Однако. Прелесть, да? Красивые очень весы. Весы. Часы! Весы вообще, девчонки! Туши свет, бросая гранату. Черненькие такие, лаконичные. Но нужно их синхронизировать с Bluetooth, с телефоном. И что у нас тут по-русски? По-русски я же только что читала. Все, сосредоточенности ноль. Номер модели А1608, цвет у меня идет черный. Коробка содержит USB кабель для подзарядки, MS Fit Bip, если я правильно произношу. Емкость аккумулятора 200 мА, если я правильно произношу. Защита от воды и пыли. Требования к телефону: устройства, поддерживающие Bluetooth 4.0, работающие на Android или iOS выше 9.0. 9.0 и выше. У меня, по-моему, десятка с чем-то. Сделано в Китае. Срок службы 1 год. Срок службы 1 год. Ну, обычно такие вещи. На них пишут, что срок службы 1 год, а в итоге там и не 1 год. Так, это мы разобрались. Еще я вам покажу дома посылку, которая мне пришла с... Господи, девчонки, не знаю откуда. То ли это пиар-рассылка какая-то, то ли еще что-то. В общем, пришло какая-то, ну, а-ля натуральная марка там по уходу за телом. Гель для душа и лосьон. Очень классный, с ароматом макадами, с маслом макадами. И пришел шампунь и бальзам с кокосом, с кокосовым маслом. Так. Опа. Теперь вторая посылка. Это я знаю, что мне пришло. Это пилинг для кожи головы. Я его заказывала. Так. Ой. Это Anna Glade Professional. И у нас идет... Ой, даже шоколадку положили. Пилинг вот такой для кожи головы. Но я вам еще дома все подробненько покажу и расскажу. Значит, я дома. Давайте покажу все то, что мне пришло. Первое, это вот эти 4 продукта. Девчонки, честно говорю, не заказывала, поэтому не знаю, какую ссылку оставлять. Покажу сами продукты. Может быть, вы уже встречали. Если что-то пробовали, то пишите обязательно. Первое, что я уже попробовала с утра, это вот такой лосьон. Так, фокус-то где? Вот. Лосьон для тела. Посмотрите, он с очень удобной помпой. Объем у него 370 мл. И называется он правильно, питательный лосьон для тела макадамия и ши. Пахнет просто нереально. Запах остается, кстати, на теле, но он не навязчивый, то есть парфюм вам не перебьет. Вот, в принципе, вы можете заскринить, поставить на паузу видео и заскринить состав, если вам это интересно. И производитель у нас идет, по-моему, США. Так, нет, это изготовитель у нас идет Москва. Это московский продукт такой. 0% парабенов, всякой разной гадости. Лосьон очень приятный по консистенции, меру густой, то есть он не сильно плотный. И он такой, как знаете, на водяной основе, быстро распределяется по телу и впитывается тоже очень быстро. И вот такой вот тоже из этой линейки гель для душа в объеме 500 мл. Гель для душа имеет такую, знаете, плотную консистенцию. Он больше похож на такое желе. Так, вот у нас сзади что написано. Разработан в лаборатории Испании. Изготовитель у нас идет Москва.
И гель для душа не пенится абсолютно, но, знаете, не то чтобы не пенится, пену он образует, но не такую прям огромную, как другие гели для душа. Ну, может быть, это потому, что в составе нет там парабенов и всего остального, что образовывает непосредственно эту пену. Так, фокус потерялся опять дальше. Вот такая линейка средств. Это у нас с вами шампунь. Типа кокос, не кокос, кокосовое масло. Вот так называется, маноэ, если я правильно произношу. Так, и это питательный шампунь с кокосовым маслом. Я где-то, по-моему, или видела у нас, продается он. И изготовитель у нас идет, девчонки, Соединенные Штаты Америки. Шампунь тоже очень густой. Мне, на самом деле, когда курьер принес эту посылку, шампунь аж застыл. Как вот масло кокосовое застывает. Он очень плотной консистенции, объем у него 355 мл. И точно такой же бальзам. Кондиционер он правильно называется. Мне кажется, за счет его плотности можно будет даже, вот видите, он даже, вон видно, никак не стекает, ничего с ним не происходит. Сейчас открою, покажу. Видите, не видите? Так, сейчас вспышку включу. Девчонки, вот так видно. Вот такой кондиционер густючий. Может быть, даже буду использовать как маску. Но запах обалденный. Дальше. Пилинг, который я вам показывала в машине. Я его заказала на тестирование. Был у меня на выбор или масло для роста волос, или пилинг для глубокого очищения головы. Но мне кажется, нам с вами потестировать будет интересно именно пилинг, потому что я никогда не сталкивалась с этим продуктом. Тут у нас еще вот такая вот милая шоколадка. Заботой и любовью. Вот производитель Anna Gel. Гел, не знаю, как правильно, блин. Professional пилинг для глубокого очищения головы. Натуральные компоненты, клинически доказанный эффект. Сзади у нас вот такая информация. Действие доказано лабораториями Италии, Япония, Франция, Испания. Так, способ применения. Смойте водой. Используйте шампунь и кондиционер. Вот результат: глубокое очищение, объемные здоровые волосы без перхоти и зуда. Это очень актуально, особенно когда вот мы сейчас носим шапки. Дальше смотрите. Пилинг с 12 растительными экстрактами. Первый этап – уход за волосами кожи головы. Для всех типов волос, особенно при сиборее, перхоти и выпадении. Гликолевая салициловая кислота L-аргинин. То есть это даже для роста волос. Ну вот, вы можете поставить, в принципе, на паузу. И изготовитель у нас идет непосредственно лаборатория. Обязательно потестируем, даже может быть вместе с вами, но в следующем влоге. В этом влоге будет еще кое-что интересное. И последнее, что покажу, тоже показывала. Это вот такие вот умные часы, которые у нас идут. Так, сейчас мы их откроем. Постараюсь на все найти ссылки и оставить вам, если захотите тоже сказать. В черном цвете. Вот так они выглядят. То есть у нас идет, смотрите, расчет пульса и непосредственно шагометр в часах. Это очень удобно. Сейчас я посмотрю, что у нас тут внутри. Вскрою их и покажу вам. Вот такое у нас зарядное устройство для часов. Сами часы. Сейчас. Вот они сами часы. И что? И больше ничего в упаковке нет. Как бы ни инструкции, ничего нету, да? Все. А, нет, вот она, девчонки. Сейчас, секунду, достать было. Опа! Вот она такая манюсенькая инструкция. Гарантия возврата. И мне непосредственно интересует, как это все синхронизировать. Короче, я синхронизирую и обязательно вам в этом вложике покажу. Так, вот такие были маленькие посылки, да. И сейчас я вам покажу покупки. И расскажу, что мы будем с вами делать еще в этом влоге. Кстати, вы видали, мы переехали. У нас теперь миска стоит не в комнате, а на кухне. Рож! Рожечка! Роня! Он кушает. Я вам купила одну штуку, тоже вот Royal Canin для щенков. Сейчас вам покажу. Во втором экземпляре взяла какой-то мусс там. Он идет и по составу неплохой. Я вот ему, знаете как, иногда даю или в индивидуальном исполнении, иногда 50 на 50 мешаю с кормом. Но он ему очень нравится. Он прям вот аж умирает. Да, Роняш? Ну вот, видите, даже не голову не поворачивает. Смотрите, сейчас немножечко тут какой-то прям срач. Так, в фикс-прайсе появился новый кондиционер для белья от марки Pure. Это тот же самый производитель отбеливатель пятновыводитель, который я люблю. И у нас идет Селена, производитель Селена.
Взяла попробовать их две разновидности. Один вот такой тропические цветы, и второй, по-моему, морское что-то. И вот такую скатерть из фикса взяла, как раз-таки она сюда подходит. Так, перебазируемся. Покажу вам то, что я хочу намутить. Я взяла две краски. Планирую почистить цвет волос и вывести его в однотонный с помощью, потом затонирую с помощью вот этих двух красителей. Это оттеночки 10.0 и 10.8. То есть светло-блондин жемчужный, лед пепельный, там с пеплом немножко. И 10.0 это, по-моему, для седых идет натуральная база. В общем, и взяла, у меня не было как раз таки окислитель, надо было полную упаковку брать, но у меня лишних 2000 не было, чтобы набрать себе 3 окислителей. То есть по литру там получается тройку, шестерку и девятку пусть будет. Взяла вот такую девятку на всякий случай, тройку и шестерку у меня есть в большом миллилитраже. Так, надо как-то убрать. Мама моя увидела новые бальзамы оттеночные от Concept. Это у нас бальзам оттеночный для нейтрализации желтизны песочный блонд. Кто не пробовал такой именно оттенок? Сейчас я, покажу, как он выглядит. Так, сейчас, секундочку. Вот, видите, какой цвет у него? Коричнево-карамельный. Я даже не покажу сейчас. Вот, видите? Ну, в общем, беж. По итогу должен быть на волосах беж. Все с бьюти-покупками. Да вроде все. Мороженое. Я это мороженое не ем, сразу говорю, но оно очень-очень вкусное. Это крем-брюле. По-моему, я не помню, рожок по 14 рублей он в магните идет или же нет. Чай вот такой ванильный. Дальше джем, вот этот Махеев, я его просто обожаю. И я показывала вам в Окее, он есть в двух вариациях, даже не в двух, больше. Просто вот эти два варианта я еще у нас не видела. Ну, вот я имею в виду вот в магазинах по близости. Так, красная смородина и клюквенный. По составу, что у меня потом ничего не говорили по поводу состава. Вот, видите? Ну, регуляторы, шмигуляторы, мне это не интересует, как бы, люблю этот вкус и все, и там кусочки. Майонез это на Новый год, я вообще этот майонез не люблю, ну, честно. Для меня самый вкусный майонез это Слобода, который идет живая еда, он и по составу классный, и вкусный очень. И вообще планирую, как бы, взять, приготовить сама майонез, попробовать хотя бы. Так, с лимонным соком, с лимонным соком Махеев и перепелиные яйца. Вот такая вкусняшка, вот про это я вам говорила. Видите, Роял Канин, бла-бла-бла, 105 рублей, где-то 115 стоит. Ну, как бы мне сказали, что то же самое, что и сухой корм, только в другом виде. А где состав, что вам показать? По-русски, у меня, по-моему, на другой упаковке по-русски. Ну, в общем, он очень любит, вообще, прямо уж умирает по ней. Так, сухой корм не так. Так, сметана 20% Простоквашино. Вон, аж, блин, миску двигает. Так, молочный родник сливки. Дальше у нас идет вот такой вот сок добрый, томатный. Тоже он по скидке был в Окее. Я обожаю, мне нравится, что вот этот вот добрый, он идет еще с мякотью. Так, дальше еще одна сметана. Вот такую вот кабачковую икру. Я обожаю кабачковую икру. Просто обожаю. До вот умопомрачения, как она мне нравится. Я могу полную банку съесть. Так, маслята вот такие. Это папи. Так, и... вот такая икра киевская. Кто-нибудь пробовал киевскую икру? Просто мне про лентовскую сказали, что она соленоватая. По поводу вот этой что-нибудь скажете? Это зернистая. Я как бы ее не ем, но упаковка красивая. Баночка такая тоже по скидке была. Этот пакет я поднимать не буду. Вот такая еще икра в Окее. Я не знаю, куда они столько икры берут, если честно, мама с папой, потому что я ее не ем. Может быть, они хотят действительно в празднике ее наесться. Я как бы к ней вообще равнодушна. Я несколько раз заставляла себя попробовать, но все-таки я пришла к выводу, что это не мое. Сода кальцевированная беру очень часто и, честно, очень хорошо чистит она машинку. То есть, вот, например... вы стираете белье, стиральный порошок, пол ложки или ложку, в зависимости от количества белья, вы добавляете соду кальцевированную, и у вас не образовывается накипь. Вот так. Это лайфхак от мамы. Так, лук, свекла, простите. Так, и вот такое вот, это у нас куриное филе. Бедро без кожи, ну, в общем, я называю куриное филе, а на самом деле бедро бескостное, без кожи. 930 грамм. И еще точно такой же, по-моему. Вот эти штуки вообще беспонтовые. Нафиг дают, там вообще какая-нибудь фигня попадается. Маркетинговый ход очередной. Так.
И еще одна такая точная упаковка. Так, 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 что еще тут интересно? А, ну это майонез-то бабушки мы брали. Отвезти надо. И вот такие баранки с ванилью. Я их не ем, если честно. Да. Ну что, вкусно поешь? Вкусно? Какой ты у меня красивый. Тьфу на тебя, мой сладкий. Сейчас тебе еще добавочки дам. Сейчас я дам тебе добавочки. Сейчас, мой сладенький, один дома. Один дома, да. Скажи, мамуш, что меня оставляете одного? Я здесь кусаю. Я здесь кусаю. Ронь, тебя все любят, Ронь. Ты мой любимчик. Ты не только мой любимчик, да. Да, мой топтыжечка, красивый, ой, красивый. Вы знаете, для чего я надела шапочку? Сейчас покажу, что это творила. Что ты натворила? Ну вот как-то так что-то у меня получилось. Но я считаю, для во второго раза осветление, считаю, нормально. Ну, мне еще, конечно, тут работать и работать над цветом. Но, тем не менее, я считаю, очень даже неплохо. Кое-где остались такие... рыжие прядки, но это нормально, девчонки, все-таки после черного, темного цвета волос, это отличный результат. Да, конечно, он не идеальный, но через пару месяцев можно уже будет довести до идеала. Но все-таки, когда я вчера покрасилась, я сначала увидела зеленые волосы. Не зеленые, да, зеленые. И мне пришлось затонировать розовым, красным пигментом забить. Поэтому у меня кое-где до розовые прядки. Но вообще блонд это очень сложный цвет. Очень сложный, и его добиться идеально ровного очень тяжело. Это вам не темные волосы. И уход. Уход, и еще раз уход. Если не ухаживать, то будут торчать во все стороны, так как волосы повреждены. Вот такой у меня результейшн. Я не знаю, нормально, ненормально. Вроде так ничего. Пойдет. Пойдет для сельской местности. Блин, я не могу. Я просто смотрюсь каждый раз, и что-то прям... что-то прям вообще себя не узнаю. Не пойму. А, как-то так. Вот видите, корень-то у меня вообще светлый получился. Не хотела трогать корни, но получилось так, что тронула. И затонировалась. Тонировка я вам показывала, чем я делала. Такие дела. Сейчас мы едем в Леруашку. Леруашку, чтобы посмотреть шкаф, тумба для прихожей. Обувница она, по-моему, называется. Я вам говорила. Вот такие дела. При дневном освещении еще ничего получилось. Только, ну, кое-где, но эта тренировка все забьется. Ну так вроде ничего. Так еще. И ничего. Так еще и ничего, да. Не просто каждый парикмахер сказать. Не, ну я тебе хочу сказать, что все равно это же после темного, после черного. И вот это так, розовая женщина. Вот, просто. Просто я вам хочу сказать, если не считать милирование, это второе осветление, и очень хорошо взялось. Я когда вчера протонировала, шок. Ну, тем не менее, нормально. Если было бы хуже, еще больше шок. Ну, я уже когда смывала 500-ю маску, я уже прям аж чуть ли не плакала. Думала, все. Вот это я попала. Хит-парад моих мыслей. Такого всего я не хотела, такую полку, ванну. Вот такая классная с этим. Но опять же, может быть, да, может быть, что-то наподобие вот, может, такую стеклянную. Нет, стекло не хочу. Нет. Однозначно нет. А вот, смотри, угловая. Что мы хотели, блин. Она бежевая. Как раз бы сюда бежевая бы и вписалась у нас. Зачем нам бежевая, если нам нужна белая? Так у нас бежево-коричневая. Ну, так у нас все белое. Так, ну пойдем дальше посмотрим. А, вот эти. Угу. Только коричневые.
Нет, оно не коричневое, серое. 760. Полка, да? Узкая, на колесах. Еще и на колесах, слышишь? 760 рублей. Раз, два, три, четыре яруса. Вообще. Такая мне тоже нравится. Все, на нее смотрю, смотрю. Ванную. Она сколько? 760, что ли? Нет, 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 1600. За 17 тысяч красиво, да? Да. Это 11. Еще и в рассрочку. Еще и шикардосно. Смотри, какие корзиночки. И такая классная, и такая. 900, 200. Дальше вот такие вот, видите, какие красивые. Кэрб, кэрб. Короб для хранения. 240 рублев. Вот вообще оригинальные корабульки. Вот. Вон, глянь, какая полка для обуви, смотри. Чупоник с закрытой. Нет у меня обуви. Не ношу я ее. Вот такая 998. Вот видно. Вот. Наподобие как дома. А вот моя вешалка. В смысле, она что, сейчас подешевле? 688 стала? Не-не-не, моя 1000 стоила. А вот вообще высокая вот такая вешалка. А не вижу, сколько она стоит. По-любому 1200. Ну, это, смотри, ну, вот это маленькая. Это вообще старая. Вот, по-моему, нет, это 6500. Нет, мы не на это смотрели. Вот это мне нравится волниться за 5. Размер ее смотри, какой. Сейчас я посмотрю, подожди. А, вон есть цена за каркас обувницы, фасад ящика, фасад, дверца. Цена за комплект, каркас, фасад 5000. Так, это больше нравится. Ну-ка сейчас. Алло, вот смотри, высота тут сколько метр? Подожди, гля, вот, смотри как. Ага, смотри, метр 32. Это высота у нас метр. А вот такая тебе не нравится? Вот такая. Слушай, мне кажется, она не войдет, она здоровая сильно. Ален, она здоровая. Она у нас... Что, давайте я вам быстренько покажу макияж глаз, который я сейчас чаще всего использую. Вы многие просили меня показать косметику Кики, но несмотря на то, что я, в принципе, Кики пользуюсь, я делала заказ, много заказывала того, чего я не пробовала. В основном у нас Кики продается в магазине Рубльбум и также в Южном... Ой, в Южном дворе. Господи, не в Южном дворе, а в Парфюм Декор. В Южном дворе я, к сожалению, не видела эту косметику. Итак, начнем с бровей. На глаза я нанесла базу от Makeup Revolution Aqua Sia. На лицо у меня тоже база от Makeup Revolution. Пока все это дело у нас схватывается, я оформляю брови. Брови у меня палетка теней от Kiki. С помощью нее я в основном оформляю сейчас в последнее время брови. Она мне идеально подходит в оттеночке 01. Также я буду использовать тушь для бровей, тоже в этом же оттеночке. Это у меня уже второй экземпляр данной туши. И сказать честно, у нее очень интересная щетка. Щетка в меру большая, в меру маленькая. Ей густые брови будут прочесывать и укладывать просто идеально. Она чуть-чуть подкрашивает ваши волоски, не сильно их выделяет, то есть не делает эффект таких вот серых бровей или еще какого-то оттенка самой туши для бровей. В общем, мне она нравится и пользуюсь я ей постоянно сейчас. Единственное, что я остатки убираю об горлышко. Также мои любимые палетки от Kiki Nude. Это отличные мобильные палетки. У меня есть в двух оттенках. Так, на губы я нанесла бальзам. Не успеваю, я за собой сама не успеваю. В общем, что я делаю? Я эти две палетки между собой смешиваю. Вот, который я сейчас использую, это у нас номер 901. А вот, который я сейчас показала вам, розовую, более матовую, это оттеночек 905. Вот эти матовые оттенки, они прекрасно подходят для складки и очень нежный образ создают.
вообще это макияж более дневной, и у меня есть три подводки для глаз. Одна в виде фломастера, с помощью нее можно создать как тонкую стрелку, так и толстую, и мне нравится ее рабочее полотно, что оно короткое. Я не очень люблю именно длинные кисточки, фетровые я имею в виду наконечники, в подводках-фломастерах. Также у меня есть две жидкие подводки, у которых тоже фетровый наконечник, одна в коричневом оттенке и другая в черном оттенке. Черный он более насыщенный, а коричневый у нас более темный по сравнению с другой подводкой. Вот, например, у меня была подводка от Эвелин, тоже коричневая, она абсолютно не такая была яркая, как эта. Эта коричневая издалека будет смотреться фактически как черный. Рисую я стрелку вот так в три этапа. Сначала задаю кончик, а затем соединяю вот направление нашей стрелочки и уже соединяю между собой. Также в арсенале у меня появилось три туши для глаз. Одной, которой я сейчас прокрашиваю свои ресницы. Верхние ресницы у меня нарощенные, но уже кое-где проглядываются мои реснички, поэтому я начала их прокрашивать тушью. Мне эта тушь нравится побольше в использовании, потому что у нее достаточно короткое рабочее полотно. Вот эта вот сама кисть у туши, она короткая. Также есть у меня две силиконовые щетки в тушах. Две туши с силиконовыми щетками. Одна более большая, называется Colossal, и вторую я вам показывала тоже с силиконовой щеточкой. Что я делаю с лицом? На лицо я наношу только консилер и растушевываю его, и дополнительно еще буду использовать пудру. Пудра у меня от Luxe Visage. Это обычная такая фиксирующая пудра. И сверху я буду использовать шарики а-ля там хайлайтер от Complimenti Relouis. В качестве скульптора у меня продукт от Divash, использую я его регулярно, рисую скулы свои, затем это все тщательно растушевываю вот этой белой пудрой. На щеки я буду использовать свою любимую палетку, которую я брала на море, к сожалению, я не знаю ее название. Использую очень часто эти румяна, когда я перебарщиваю, я растушевываю дополнительно пудрой. В качестве хайлайтера я буду использовать хайлайтер из стройки от Make Up Revolution, очень красивый такой золотистый хайлайтер. Хайлайтер. А на губы я буду использовать масло для губ, это новиночка от Catrice. И все, мой дневной образ готов. Для кого-то он ярковат, но для меня он вполне себе нормальный и идеальный. Бамбалейма!